специалиста работа для обывателя таинства. Как и где из собранных ягод винограда зарождается вино. Процесс происходит в цехе первичного виноделия. Сюда ягоды попадают прямо с полей, и начинается магия. Плоды очищаются от веточек и измельчаются. Полученное сырье попадает в пресс, чтобы выделился сок, в который затем добавляют дрожжи. И процесс брожения пошел. Эти два пневматических пресса на заводе появились недавно. Современное оборудование для предприятия как второе дыхание, говорят сотрудники. Новая техника, новые возможности. Теперь обрабатывать виноград получится быстрее, причем при меньшем давлении. А это плюс для качества продукта. Пресса пневматические с центральной мембраной. То есть получается, что эта мембрана, раздуваясь, давит, прессует виноград, отделяет тем самым сок, ну, так называемое сусло. В прессах существуют различные программы по давлению. То есть, ну, в первую очередь они позволяют более деликатно отпрессовывать сок, тем самым мы получаем более качественные виноматериалы. Обновить хотят и другое оборудование. Техника 60-70-х годов выпуска почти полностью износилась. Планируют наращивать и сырьевое производство. Весной работники этого завода высадили новые виноградники на площади более 69 гектаров. По оценкам специалистов, показатель высокий. Вот сейчас объявлен конкурс, формируют пакет документов для того, чтобы получить компенсацию до 80% на закладку виноградников, которые были произведены весной текущего года. Так что предприятие развивается, мы его поддерживаем, то есть во всех мерах государственной программы они участвуют. Сельскохозяйственная отрасль у нас, виноградарство в первую очередь, развивается достаточно активно. Вот в этом году, это первый год, когда, скажем так, мы получили виноград с виноградников российской закладки уже, это вот 15-16 год. В 2019-м собирать виноград в Севастополе завершат 1 ноября. Специалисты говорят, год урожайный. Всего на этом хозяйстве планируют собрать более 3000 тонн разных сортов. А это около 3 миллионов бутылок игристого. Анастасия Синица, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение.